Итак, меня часто спрашивают, как я ставлю в позу своих персонажей. Также спрашивали за Instant Rig, говорили, что он не работает. А также, какой риг можно использовать в Maya. Об этом всем я сейчас расскажу. И сразу скажу, что я не аниматор, не риггер. И весь инструментарий я использую для только для установки позы. То есть своих персонажей. Почему риг, а не, допустим, ZBrush, там рисую маски и ставлю в позу? Потому что чаще всего я использую Marvel's Designer, симуляцию тканей, и там постановка позы в ZBrush не поможет. Я хочу, чтобы, допустим, из Т-позы какой-то такой, да, например, плавный переход был в определенную позу, и при этом ткани симулировались как нужно. Поэтому я использую программы риггинга. Тот же Blender, быстрый какой-то риг, тот же Instant Rig, Suede Map Pro и также Advanced Skeleton в Maya. Почему я использую все эти тулзы? Потому что все еще ищу идеальный вариант для себя и экспериментирую, пробую, пока не определился, какой лучше лично для меня. Сегодняшнее видео будет больше за Instant Rig и использование Weight Map. Причем я покажу быстрый риг, а не достаточно качественный. То есть там уже, исходя из практики, вы научитесь. То есть просто практикуйтесь, и у вас получится лучший результат. Я просто покажу, как работает инструментарий и как использовать Instant Rig. На данный плагин я оставлю ссылку в описании. И здесь есть несколько уроков, быстрых таких. Поэтому и документация, я думаю, разберетесь во всех параметрах, как там, если захотите анимировать. А я же просто покажу, как я использую его в своей задаче. Вот. Когда вы установите этот плагин, он у вас появится Custom User Interface. Я его перенес на правую кнопку мыши, то есть здесь вот, кто не знает, заходим в Quads и просто Wall Commands, ищем Instant Rig и его перетягиваем в эту часть. Таким образом, она появится у вас на правой кнопкой мыши. Запускаем плагин и появится такое окно. Первое, что вам нужно сделать, это, естественно, написать имя, допустим, Creature и создать root, то есть нажать Create root. Затем нужно добавить hub, то есть то, с чего начинаются ноги там и так далее. Чтобы удобно было работать с моделью, выделяем ее, нажимаем Object Properties, CSRU, это во-первых, а во-вторых, Freeze. То есть она сейчас нам не нужна, и нам нужно работать только с данным объектом. Переносим Hub сюда. Затем выделяем данный бокс. Помещаем примерно там, где будет таз. И таким вот примерно образом расширяем. Это я говорю примерно, потому что большинство косяков рига я не правлю там рисованием weight maps, а просто дорабатываю в ZBrush. Мне так быстрее. Но эти инструменты помогают ускорить процесс постановки позы. Вот. А так как спина начинается отсюда, вам нужно повернуть данный объект на 90 градусов. То есть таким вот образом. И поместить его вот так вот. Затем добавляем ногу. Leg. Ее размещаем, выравниваем по модели. И тут уже интересный трюк. То есть, во-первых, вам нужно выбрать эту косточку, передвинуть таким вот образом. То есть, как она примерно будет. Вот. То есть там, где колено. Затем поворачиваем, перемещаем. Вот как-то так. И теперь вот эту часть таким вот образом. А затем вот эту манипулятор просто помещаем вниз. И в саму пятку. То есть управление ногой располагаем таким образом, уменьшаем. Вот.
Получается такая вот нога. А далее вам нужно создать spine, то есть спину. Выделяем хаб. Точнее, сначала копируем ногу. То есть выделяем данную косточку. Copy. Выделяем хаб. Back. Past the mirror. Таким образом вы вставите точную копию ноги симметрично. А далее создаем спину. Нажимаем на спину. Вот. Располагаем таким вот образом. Можно немного повернуть. Сам спайн мы сейчас разместим таким вот образом. То есть добавляем в него кости. Три косточки будет достаточно. На виде left просто делаем такой вот позвонок. Вот. А что-то такое должно получиться. Не идеально, можно добавить какие-то еще там, типа крылья, но посмотрим, что получится из этого. По крайней мере, у меня так работало. А далее добавляем еще одну leg, так как это как бы ноги. И сам разработчик рекомендует добавлять именно не hand, а leg. То есть это четырехногое существо, поэтому принцип работы у него будет как у четырехногого. Так, размещаем таким вот образом. А затем помещаем там, где локоть. И двигаем эту кость, чтобы управление локтем переместилось сюда. Вот. Выравниваем. Поворачиваем. Можно включать локал-систему координат, чтобы было удобнее поворачивать. И таким вот образом размещаем ногу. Причем это пальцы. А, можно их сделать. То есть выделяем эту косточку и делаем три пальца. Потому что в данном случае у меня такое вот существо. Такие конечности. Опять же, хочу сказать, что это примерно я делаю риг. То есть, чтобы не сильно тратить много времени. Потому что, если подробно это все рассказывать, уйдет очень много времени. Главное понять инструментарий, а дальше уже практикуйтесь, и все у вас получится. Для каждой, наверное, для каждого пальца я сделаю две кости. Будет достаточно. Вот так вот. А здесь одной косточки будет достаточно. Теперь задача это все дело копировать. То есть выделяем данную кость. Копии. Затем создаем еще один лег. Паст миру. Все, у нас есть конечности. Осталось добавить голову, шею и вот эти вот ушки. Выделяем chest, то есть грудную клетку, и добавляем spine еще один. В саму шею добавляем несколько костей. И размещаем их таким образом, чтобы было похоже на шею. На изгиб данной шеи. Как-то так. И здесь поворачиваем. Так. В принципе, можно еще добавить нос.
чтобы было удобно регулировать движение носом. Это делается очень просто, добавляется кость chain и ее поворачиваем таким вот образом. Можно сделать чуть-чуть больше. Вот. И еще добавляем, чтобы более плавно было, добавим еще одну косточку. И теперь можно добавить ушки, то есть тот же самый chain. Просто располагаем таким вот образом, добавляем несколько костей, 3 будет достаточно, думаю. Даже может 4 нужно будет. Ну, посмотрим, как будет. Все-таки да. Еще добавлю одну кость, чтобы было более плавно. Так, я думаю, это будет нормально. Нажимаем здесь, а затем копии, создаем еще один chain, past mirror. Все, ушки есть, все есть. Единственное, мне позвонок не очень нравится. Сейчас я сделаю, наверное, более правильно, мне кажется, будет. И теперь просто copy past mirror. Опять же, я сейчас не совсем идеально это делаю, то есть не аккуратно, потому что не хочу тратить много времени. Как я и сказал, задача этого урока — показать принцип работы с инстант-тригом, но не делать это все прям досконально, идеально. Вот. И показать, как работать с WaitTrig, WaitMap Pro. Вот. Ну, пускай будет как-то так. Достаточно аккуратно. Здесь единственное, выровняю этот момент. В принципе, все. Если хотите, можно добавить chain еще один, чтобы то есть таким вот образом, чтобы эти якобы крылья выровнять. То есть влияние на них тоже было. Затем добавляю copy, еще один chain, past mirror, вот. И здесь добавим еще chain,
Затем еще copy chain past mirror. Все, у нас есть нужные кости. При желании можно еще здесь добавить. Ну, я думаю, тут понятно. Главное правильно построить приблизительную анатомию. И затем выбираем root. То есть creature root. И нажимаем на кнопку build rig. В итоге получаем такой вот риг, проверяем, как работают ноги, лапы, поворот туловища, нос, ушки. Так, сама голова. Грудная клетка. В принципе, все работает. Делаем unfreeze. Выделяем данный mesh, выделяем hub. С Ctrl. И выбираем heatmap. В данном случае вот этот метод работает лучше всего с рогальникой. Ну, сколько я не тестировал, Envelope и Geodesic Voxel работает хуже. Вот. Поэтому нажимаем Instant Skin. Как видите, все работает, никаких ошибок. Проверяем, что получилось. Не всегда идеально работают кости. Ой, тут я забыл повернуть вот эту часть. Ее нужно было повернуть таким образом. Ну, я думаю, тут понятно, не буду это исправлять уже. Вот, теперь смотрите, не всегда работает идеально скин в самом Instant Rig. Об этом пишет разработчик, поэтому можно использовать дополнительный плагин. Называется Weight Pro. Плагин, на него я тоже дам ссылку. Очень классная штука. Здесь есть manual и tutor. Видео подробно можете посмотреть. Я просто покажу еще работу с ним. KM3D Tools, Weight Pro. Создаем иконку. Затем момент работы с Instant Rig. Нужно зайти в сам mesh и в скине удалить root. Потому что она не участвует в скининге. И мешает Weightmap Pro расставить нужные веса. Вот, поэтому удаляем эту косточку. Ой, не так. Skin. Root. Remove. Все, и тогда все будет работать правильно. Затем выбираем Weightmap Pro манипулятор. Указываем Skin. После чего нажимаем Calculate Distance. Есть. Затем Set as Longhand Axis. И здесь максимальное количество гридов будет чуть-чуть дольше, но более качественно. Снова Calculate Distance. То есть первый подход вы можете просто проверить, как работает. Если вам нравится, можете не увеличивать количество grids of divs. Но я предпочитаю максимальное количество ставить, чтобы было лучшее качество скининга. Ждем процесс просчета весов.
Вуаля, все работает. Естественно, сильно от хитмапа она не будет отличаться, но сам скининг будет намного качественнее. И уже потом, когда вы будете здесь проверять, для каждой косточки можно настраивать, делать colored preview и настраивать влияние с помощью вот этих опций. Ссылки в комментариях, можете посмотреть урок, который как раз настраивает влияние костей, и можно достаточно получить хороший результат самого скининга. Ну, тут я на этом уже не буду останавливаться, потому что это достаточно такой долгий процесс, ну, не совсем долгий, но он очень упрощает потом само создание позы. Вот, видите, уже лучше. Итак, настраиваем каждую косточку. Ну, как видите, не нужно рисовать веса автом вручную. Просто настраиваем этими параметрами влияние костей и таким образом получаем достаточно крутой скининг, готовый для установки позы персонажа. Что касаемо Майи, то я скину тоже в комментарии ссылку на канал Animation Time. Он также у меня находится в Interesting Channels или просто в каналы. Вы можете перейти на этот канал. И здесь рассказываются подробные уроки о Advanced Skeleton. Их очень много. По-моему, даже есть плейлист, да. Я дам ссылку на этот плейлист, и вы сможете посмотреть достаточно подробные уроки, как можно быстро ригить в Maya. А что касаемо Макса, я уже все рассказал, что именно я использую. Поэтому это все, что я хотел рассказать в данном видео. Благодарю за просмотр и желаю хорошего настроения.